Лампы почти догорели, но по ним все еще можно ориентироваться. Необычный пример. Может, это статуя? Необычный камень, может, это статуя? Ученые даже не забрали свои инструменты. Боги склоняются над нами. Боги проникают в нас. Я просто тля перед ними. Все скафандры изрезаны. Ритуальный клинок, оккультный знак,
Пожалуй, это надо показать мистеру Трогмортону. Великая Мэйр, стань нашими глазами и позволь увидеть далекие звезды. Наконец-то он явился, священный носитель величия. Чрево его тяжело. Прими меня, забери меня, умоляю. Носитель чего? С кем ты разговариваешь? Что случилось? Аура открыла нам глаза. Первый, второй, третий. Ты видишь многое, но не замечаешь великолепного панциря Белой Девы, которая спит здесь. Хватит нести бред, говори прямо. Бред? Нет, это смысл не имеет смысла. Откройся истине, ходи, слушай, молись, пробудись, священный червь, свей гнездо в его черепе. Услышь мои молитвы и даруй мне свою милость, умоляю. Этот артефакт идеально сохранился. Может, они поклонялись? Они поклонялись ему? Теперь ты видишь прекрасную и чудовищную истину. Забудьте про них. Берите семя и печать. Живо! Что это? Она дрожит и... Нет! Нет! Не подходите! Мы войдем в храм, как только они возьмут ключ-печать. Порежем их водолазные скафандры. Кажется, я начинаю понимать. Что это? Она дрожит и... Забудьте про них! Берите семя и печать! Живо! Участники экспедиции нашли артефакт, который свел их с ума. А инсмутцы похитили его вместе с профессором.
Ритуальный клинок, оккультный знак. Пожалуй, это надо показать мистеру Трогмортону. Как говорится, больше никогда. Команда Циклопа. Семпер Фортис, братья.
Дверь не поддается. Я все вижу, чужак. Мистер!
Ugh.
Thank you.
Пожалуйста, помогите! Пожалуйста!